Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму натуральный томатный сок. Домашний сок из помидоров получается в разы дешевле магазинного и, естественно, намного вкуснее и полезнее. Приятного просмотра! Берем спелые помидоры и удаляем из них сердцевину. Если вы жмых будете выбрасывать, тогда этого можно не делать. Я же жмых из помидоров превращаю в паприку. Так сказать, безотходное производство. Рецепт приготовления томатной паприки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Затем подготовленные помидоры пропускаем через соковыжималку. Для максимального выдавливания сока получившийся жмых также пропускаем через соковыжималку. Причем сделать это можно несколько раз. Из 4 кг помидоров у меня получилось 3 литра сока. Добавляем в него 20 граммов каменной соли, размешиваем и отправляем на плиту. Чтобы сок быстрее закипел, кастрюлю прикрываем крышкой. После закипания варим сок на небольшом огне 15 минут. Крышкой больше не закрываем. Появляющуюся пену снимать не нужно. Просто время от времени все перемешиваем, чтобы сок не сбежал. Через 15 минут от пенки не осталось и следа. Теперь разливаем сок по стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Накрываем банки стерильными крышками. Закатываем. Переворачиваем вверх дном. Проверяем на предмет подтекания. И если все нормально, укутываем банки чем-то теплым до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный томатный сок на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.